Всем привет, сегодня дизайн. Видела его в интернете, очень понравился. Но зашла посмотреть в комментарии и онемела. Вы бы знали, что там писали. Цитировать не буду. К сожалению, автора не знаю. Кто знает, пишите в комментариях. Я покрыла ноготь крепкой базой с выравниванием. Высушила и приступаю к дизайну. Мне понадобится три оттенка. Темный коричневый, терракотовый и цвет хаки. Также мне нужен тонкий слой материала, по которому хорошо растекается гель-лак. Я взяла нашу гибкую базу латекс. Наношу тоненький слой, не доходя 1 мм до кутикул и боковых валиков, чтобы не было затеков, когда начну добавлять капли цвета. Ставлю капельки в хаотичном порядке, но темный цвет мне нравится располагать ближе к кутикуле, так как ее линия смотрится из-за этого чище. Следующий цвет терракотовый, а вот с зелеными оттенками типа оливы, хаки нужно быть осторожнее. Добавляю совсем чуть-чуть и ближе к свободному краю. К линии кутикулы не советую. Этот цвет будет вызывать неприятные ассоциации. Воспользуюсь опять этой же базой, Latex Base, чтобы размыть дополнительно те капельки, которые четко видны. Слишком много не набирайте базы на кисть. Размываю. На этом этапе, пока цвета растекаются, поправляю боковые стороны, закрывая тот 1 мм, который оставляла, но только боковые. Линию кутикулы не трогаю. Сушу. И теперь чистым коричневым цветом прокрашиваю 1 мм близко к кутикуле. И чуть-чуть растираю край темной линии. Сушу. Покрываю топом с выравниванием. Друзья, ну что вы думаете по поводу этого дизайна? Что может быть в нем некрасивого? Я, например, в восторге от него. Напоминает одновременно яшму, янтарь и золотой агат. Так красиво. Полупрозрачный, глубокий, легкий в исполнении. Лично мне этот дизайн очень понравился, и повторила я его с огромным удовольствием. Спасибо автору. На этом все, друзья, пишите. Ссылки в описании. Всем пока!